поместье так мрачно с тех пор, как мисс Абигайл и Коннор умерли. Да. Я видел, как Ахиллес плачет. Разумеется. Да, но он же не грустит. Он в ярости. Я не понимаю. Справляется с потерей. Как и все. Я знаю. Но столько времени прошло. А мы только и делаем, что ищем чертову шкатулку и манускрипт. Охотник знает что-то о шкатулке. Они, шевалье, ждут нас в Сен-Джоне. Шевалье, да? Ну вот, теперь я снова безутешен. Ахиллес сказал, что с артефактами можно попасть в места силы. О чем это он? Сам толком не понимаю, Шей. Я много говорил об этом с Адевали. Он думает, что шкатулка... Может, ну, показывать слова и образы. Как волшебный фонарь? О чем ты? Ну, знаешь, такая штука. Отец Коннелли показывал в церковном подвале. Ящик, внутри него свечка. Впереди стеклянные пластинки. А на стене появляется изображение. Римский собор. Совсем как настоящий. А, да. Наверное, похоже. Только еще переводят слова из манускрипта. Представь, что на пластинках лапил. А мы видим. Как такое возможно? Кто знает. Боюсь, мы никогда не поймем, как работают частицы льда. Вайн, где в мире самые красивые девушки? Зависит от понятия красоты. Красавица с Корфу и красавица из Осло разные, как день и ночь. Но... Подними. Создают репутацию мудреца. Да, спасибо. А я бы сказал, в Гаване. У девушек там прекрасные ноги и груди. И самое главное, они не боятся их показывать. Но не думай, что я хочу обидеть наших дам. Надеюсь. А самые милые девушки в Галуэе простые и честные. И всегда угостят тебя выпивкой, если что. Ah!
приготовиться. Надать скорости! Да что ты. И еще девушки из Лиссабона. Они собирались стать монашками. Темноглазые и благовоспитанные. Жаль, я португальского не знал. С другой стороны, мы мало разговаривали. Почти на месте, капитан. Охотник ждет нас. И шевалье. Невелика плата за то, чтобы найти шкатулку предтеч. Убавить ли себя! Спустить крюк с массой! Меньше ход! Убавь парусом! Well met, sir. How fare ye? What, pray, is the nature of your pursuit? My gratitude. Godspeed. Шевалье, что с вашим кораблем? Тут вышла небольшая потасовка. Я пустил три корабля ко дну, но... Креча чуть не последовал за ними. А вам повезло больше, охотник? Пожалуй. Мне сообщили, что Сэмюэль Смит рыщет повсюду в поисках ответа. Хочет понять, что делать со шкатулкой. Он вернулся из Европы. И где он? Переоснащает шхуну. Поторопитесь. Сможете найти его здесь.
А, кстати, о тех чертежах. Мой инженер построил то орудие для вашего корабля. Стреляет, как артиллерийская бригада, но в два раза быстрее. Я восхищен. Благодарю. Всегда рад стараться для моих друзей. Пожалуй, я присоединюсь к вам. Что ж, вперед, господа! А ты приходишь на проезд? А почему бы и нет? У меня есть оружие, которое я очень хочу испытать. А еще, тамплиеры хорошо вооружены. Уверен, это почти. Эти чертежи неожиданно помогли. У Морриган теперь есть таран, где дарить. Я слышал о таком устройстве, но никогда не видел его в деле. Что за случай? А? Лава где-то поближе. Возможно, что-то здесь. Что у него? Вот он! Идеальное время. Леди Удача снова на вашей стороне. Он за ней! Огоню! Не стреляйте! Мы можем повредить шкатулку. Видите, это пока не может быть быстрее. Мой корабль хотя бы все еще на ходу, шевалье. Он очень умен, но здесь не его. Не представляю, что он здесь делает. Может быть, у него была встреча? Или нарвался на пирата? Корабль. Что-то слышит. Если бы мои союзники на него напали, я бы знал об этом. Он долго был в пути. У нас есть шанс его поймать. Сокровище тамплиеров в руках СМИ. Настроение. А почему бы и нет? У меня есть оружие, которое я очень хочу испытать. А еще, тамплиеры хорошо вооружены. Уверен, этот ваш Смит не исключение. Эти чертежи неожиданно помогли. У Морриган есть таран, где дать. Что со Смит? Где-то есть? Ага. Слава! Возможно, шкатулка прикинет. Там его. Так. Вот он! Идеально! Эти удачи снова на вашей стороне. Он заметил! Погоню! Не стреляйте! Мы можем повредить шкатулку или утопить ее. Эта лохань может плыть быстрее. Мой корабль хотя бы все еще на ходу, шевалье. Он очень умен, но здесь не его стихи. Сэмюэл Смит, казначей тамплиеров. Не представляю, что... Может быть, у него была встреча? Или нарвался на пиратов? Он чинит корабль. Что-то случилось. Если бы мои союзники на него напали, я бы знал... Он должен быть. У нас есть шанс его поймать. Сокровище тамплиеров в руках Смита, так ведь? Сюда его. Вашингтон доверил ему шкатулку предтечь. Она все еще у него. Шей прав. Сначала шкатулка. Так, топить нельзя. Или попасть на корабль, или прижать к берегу. Капитан, он прорубает лед. Похоже, не только у тебя есть таран-ледорез, Шей. Хоть бы наш сработал не хуже. Лед поддается! Береги! Отлично!
Будь свободен. Да, снова тебе. Но праздновать победу пока еще рано. Смит хочет уйти. Засада! Отправим этих каналей вам! Смит не должен уйти! Я не вижу корабль Смита. Сначала надо разобраться с этим. Мы найдем его. За чертовщина. Тактика тамплиеров. Они могут поджечь даже Самахия. Осторожно! Того и гляди, сгорим! Последняя. Отчаянная попытка выиграть. Ему не уйти. Мерзавца укрытия. Надо идти по суше. Не вздумайте стрелять из корабельных орудий в сторону этой шкатулки. Я этим займусь. Остановите его!
Не может быть! Нет! Ты хоть знаешь, что это? Древний артефакт. Сокровище тех, кто пришел раньше. Да. Впрочем, даже лучшие ученые Европы не смогли ничего с ним сделать. Осталось найти манускрипт, и все станет ясно. Капитану штурвала! Шкатулка предтечь у меня. Шкатулка предтечь у меня. Смит мертв. Отлично, Шейн. Где шевалье? Вернулся на кречку. Боюсь, придется праздновать без него. Как-то мне не до праздника, Лайм. Я знаю, нам нужны эти артефакты, но... Сэмюэл Смит. Он шпагу-то держал с трудом. Yeah.
не ваше дело. Извините, сэр. Мое. Здравствуй. Конгресс еще заседает. Джордж Вашингтон и его войска открыли огонь по французам. Это считают началом войны. Джордж Вашингтон? Младший брат Лоуренса? Да, он самый. И, кстати, о Лоуренсе Вашингтоне. Поскольку ты убил его, Джеймс Уордроп повышен в звании. Все ресурсы тамплиеров в его распоряжении. А что с манускриптом? Из Нью-Йорка сообщили, что он у Уордропа. Сам Уордроп тут, в Конгрессе, но его охраняют. Шей, найди цель. Забери манускрипт. Здесь слишком много тамплиеров. Мы проследим, чтобы он не скрылся. А еще он был полковником. Не слышал. Сейчас он собирает налоги в Нью-Йорк.
Нам нужен твой король. Здесь, в Олбани. Как насчет молодого Чарльза Ли? Он подает большие надежды. Наш парень это не сейчас. Ага. Это, видимо, Уильям Джонсон, тамплиер. Может, манускрипт у него. Или он знает у кого. Господа, как я уже заявлял, нам необходим национальный союз, одобренный парламентом и дающий больше независимости колониям. Сейчас мы не готовы отразить угрозу со стороны Франции. Проще говоря, колонии присоединятся или погибнут. Вдохновенная речь, мастер Франклин. Вы впрямь верите, что Великобритания дарует нам свободу? У них нет выбора, мастер Джонсон. Чем дальше владение, тем слабее хватка хозяина. Да. Впрочем, не будем говорить о политике. Благодарю за исследование. Что вы, что вы. Времени было мало, но я успел понять, эта шкатулка уникальна. Древний Египет, да? И как было сказано в моем письме, я готов, так сказать, открыть ее. Отлично. Вскоре мы доставим вам ее. Что до манускрипта, капитан? Прошу прощения, сэр. Но мастер Уордроп отказался отдать его. Сказал, риск слишком велик. Риск? А. Прошу прощения. Манускрипт и шкатулка очень скоро будут у вас. Ты жалкое подобие солдата. Бегом, Форт Фредерик. Передай мастеру Уордропу, чтобы живо отдал манускрипт. Не то я скальп с него сниму. Этот капитанишка не должен добраться до Уордропа. Это я заберу. Чертов тамплиер. Нет! Ты не понимаешь, что творишь, глупец! Освобождаю людей от вашей власти.
И они будут свободны, когда французы приберут к рукам эти колонии. Самое главное, чтобы эти колонии не оказались под гнетом тамплиеров. Мы залог порядка в этом мире. Если все дозволено, в опасности все. Даже дьявол процитирует Библию для своей выгоды. Капитану штурвала! Отдать кроты! Манускрипт у меня. Отлично. Хоуп ждет тебя в сонной лощине. А что там? Бенджамин Франк. Джонсон нанял его для работы со шкатулкой. Каков план? Найдешь Хоуп, оденешься слугой Джонсона, передашь шкатулку и манускрипт. То есть я теперь курьер? Точно. Посмотришь, сможет ли Франклин разобраться со шкатулкой. Останешься с ним. И, кстати, насколько нам известно, Франклин не знает ни о тамплиерах, ни об ассасинах. О, простое задание. Для простака. Это груз, сэр! Спустить все, кроме гротов! Дать якорь! Кэп за бортом! The Swedish Academy of Letters has been founded in Stockholm. The Academy was founded by Her Majesty Queen Ulrika of Prussia and is dedicated to literature. Authorities wish to remind citizens to be on the lookout. This section are strictly illegal from all civilized territories. Their quarter horses cannot be. Ты опоздал. Небо уже хмурится. И не только небо, да?
Мастер Франклин, сэр. Меня зовут Шей. Это моя спутница Хоуп. Уильям Джонсон велел передать это вам. Спасибо, но боюсь, эксперимент откладывается. Что это значит? Армия конфисковала мой громоотвод, а без него не получишь электричество, необходимое для вашей шкатулки. Мастер Джонсон вряд ли захочет ждать. Возможно, вы можете помочь. Солдаты весь день таскают вещи. Может, они скажут вам, куда забрали громоотвод, а вы его вернете? Рад служить, сэр. Попробуй поискать на рынке возле доков, а я помогу Франклину. Какое безобразие. Я не могу продолжать свои силы. Тяжело-то как? Похоже, погода портится. Солдат, ты знаешь, где склад? Да, сэр. Бенджамина Франклина. Держись от него подальше. Говорят, колдовал с молниями. Кстати, о молниях. Похоже, скоро будет гроза. Ага. Как это закончилось до конца дежурства? Как это круто. Это последнее? Так точно, сэр. Несите туда же. Интересно, зачем мастеру Франклину нужны эти стержни? Гроза все сильнее. Нужно вернуться к Франклину.
Шей, слава богу! Быстро! Прямо отбор! За место? Португалия! Лиссабон, могу поклясться! Шей, скорее уходи! Вот-вот появится патруль! Стану задавать вопросы! А как же ты? Я образцовая экономка! Ясно! Ближайший бюро Маунт Вернон. Хоуп будет ждать меня. Лиссабон лишь немногим меньше Лондона. Уверен, что найдешь это место. Несомненно, Хоп. Монастырь, недалеко от гавани. Пару раз я навещал тамошних сестер. Что ж, раз ты там уже бывал, эта обязанность ляжет на тебя. Понимаешь, что нужно сделать? Найти святыню Притечь и забрать частицу Эдема. У нас появился подходящий корабль. Не волнуйся же. Я присмотрю за Морриган. Спасибо. Мы с Лаймом отправляемся в путь. Лайм не сможет поехать с тобой. Корабль ждет. Будь осторожен, Шей. Частица Эдема наполняет сила. День всех святых. Красота. А я роюсь в грязи под церковью в поисках какой-то древней реликвии. Ха, странные нынче времена. Benedictus est, Domine, Deus universi qui ad tua largitate accepimus vinum. Quo tibi offerimus fructum vitis et operis manum hominum, ex quo nobis fiet potus spiritualis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus.
Sacrificium acceptabile fit abur Deum Patrem omnipotente. Thank you.
Кажется, это она. Святыня Предтеч. Что это у нас тут? Артефакт. Господь тут совершенно ни при чем.
Ну что, какой город мне уничтожить теперь? В Португалии было то же, что на Гаити. Землетрясение. Проклятый манускрипт. Погибли тысячи. Не может быть. Шей, человеку такое не под силу. Если только человек не нашел машины предтечь. Ты видела шкатулку, Холл? Энергия буквально стремилась вырваться из храма. Ты заставил меня убивать невинных. Как ты смеешь? Защищаешь его? Ахиллес отправил меня туда, как Макандаль Маруна на Гаити. Что здесь происходит? Хватит! Задание было непростым, возможно... Что, возомнили себя богами? Решаете, какой город разрушить дальше? Выведи его! Лайм зря думает, что я отступлюсь. Ахиллесу доверять нельзя. Он не должен найти еще один храм предтеч. Мне плевать, что он мой наставник. И что он потерял семью. Он безумен, и его надо остановить. Мне остается только одно. Пути назад нет. Я рассчитывал на тебя, Шей. Ахиллес, у меня нет выбора. Что за вздор, глупый мальчишка? Твой долг — красть у братьев? Предать меня? Кто-то должен искупить вину. Искупить вину? Ты не понимаешь, что творишь. В этом манускрипте будущее всего континента, а может и всего мира. Возможно. Но у нас нет права быть его хозяевами. Почему? Вся ответственность на нас. Да, ответственность за погибших людей и разрушенные города. Это борьба за власть. Все, хватит. Не позволю уничтожить дело всей нашей жизни. Ассасины! Вперед! За ним! Don't catch it! Halt! Oh!
Хватит! Верни манускрипт, Шей! Тогда Ахиллес... Я не могу! Иначе все повторится. Столько погибших! Еще одного и не заметят. Шей! Что это? Сбой в воспоминаниях. Кажется, там еще данные. Ладно, болванчик, сейчас я тебя не вытащу. Ты пройдешь путь до конца. Странно. Эти воспоминания на 20 лет позже, чем предыдущие. Это точно? Совершенно. Это значит, Шей тогда выжил. Если он таков, как я думаю, он будет продолжать. Данные повреждены. Воспоминания частичны. Посмотрим, что можно сделать. Слушай, нужно узнать, что задумал Шей. Воспоминания неприятны, но я на 90% уверена, что ты не умрешь. Так, болванчик, мы не знаем, где Шей и что делает. Так что смотри, Боба. Мне надо знать, почему Шей там оказался. Приказ получен. Шевелись. Et alors, vous l'avez trouvé? Ouais, Benjamin Franklin est à Notre-Dame. Si on se magne, on devrait le rattraper. Arrêtez de vous branler! Allons-y! Benjamin Franklin. Вот в чем дело. Franklin ездил по Англии и Франции. Тот тип назвал Нотр-Дам. Шей должен быть в Париже. Пришло твое время. Убрать угрозу. Защитить Франклина. Помогите! Кто-нибудь! Il ne nous échappera pas cette fois! Черт! Что случилось? Больше данных нет. Исследовать воспоминания нельзя. Пока. Шей не умер, раз появился во Франции спустя 20 лет. Мы что-то пропустили. Воспоминания разделены. Сервера атакованы вирусом, поэтому у нас нет доступа ко всей жизни Шея. Ты в тупике, а я занята. Иди-ка к Котцебергу.
Он в каком-нибудь кабинете отдыхает.